Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Доблесть, честь, мужество. Главный концерт ко Дню защитника Отечества для военнослужащих и их семей состоялся во Дворце культуры имени Чкалова. Перед зрителями выступили ведущие вокально-хореографические коллективы, известные не только у нас в Щелкове, но и далеко за пределами Московской области. Офицеры и солдаты России – гордость страны. Они верой и правдой служат Родине. На концерт приехали военнослужащие воинских частей, дислоцируемых на территории муниципалитета, а также те, кто обеспечивают надежный тыл, всегда верят и ждут бойцов дома. Среди зрителей были жены и дети военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО. Муж ушел контрактником, подписал контракт и ушел защищать нашу Родину, нашу страну. А я жду. Жду его с победой. Самое главное – здоровье, чтобы они все вернулись живыми и здоровыми, потому что мы их все ждем очень, чтобы все было хорошо. Есть хорошие слова, что у любого воина три матери. Это родина-мать, это мать, которая родила, и мать, которая родила его детей. Вот за них мы воюем. И защищаем наше Отечество. Такого рода концерты – это большая поддержка. И, безусловно, это важно сейчас для каждого из нас. Ощутить, что мы все вместе. Мы одна большая, огромная страна и огромная семья. В концерте приняла участие заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Запоминающийся, узнаваемый с первых нот вокал, общение со зрителем, композиции, которые всегда находят отклик в сердцах слушателей. Зрители встречали выступления бурными овациями. Вся концертная программа, насыщенная на яркие номера, проникновенные патриотические песни, хореографические постановки, не оставила равнодушным никого в зрительном зале. Анна Балиет, Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.